Спасибо большое, капсул. Капсул поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: вечер добрый. Ждем интересной аналитики. Спасибо, капсул. Привет всем. Привет, Worm Farm. Да, я начинающий стример. Первый раз вижу желтый ник. Ты особенный, да? Как получить цветной никнейм на Good Game? Скажи, пожалуйста. То есть ты админ? Прикольно. Значит, мне повезло, что ты зашел ко мне. Вообще, всех приветствую. Давно я не стримил, решил покомментировать GG Weekly. Пока что не вижу прям очень много сильных игроков. Но, тем не менее. Как тебе разбор игр с Максимом? Да, хорошо, на самом деле, хорошо. Быстро, на самом деле. Так. Но, как бы, тем не менее. Так, первая игра, не знаю, по традиции или нет, у нас так сложилось на стримах, что это либо Виктор 000, либо Максим, поэтому в этот раз это Russian TH, который теперь Twitch TH. Тем не менее, отдадим дань, так сказать, начинающему стримеру Twitch'а и старожилу Good Game'а, с Хуману с Ростова-на-Дону, Виктору, и будем смотреть его игру. Он в последнее время очень много тренируется, последний год, наверное. Играет очень много. Определенного успеха на Твиче добился, в отличие от Good Game, да. И, соответственно, анализирует игру с Тоддом периодически. Вот. Надеюсь, что это идет ему на пользу. Нравится Build Other Work, если бы он поставил барак вот здесь. Было бы прикольно такое по олдскульному. Надеюсь, что, опять же, на пользу этому пошло, и он покажет хорошие игры. Стримим мы сегодня Good Game G's Weekly турнир, спонсируемый Росбрейном, или его организацией, так сказать, eSport Fund, благотворительный. Передаем ему отдельный привет всем его членам семьи, соответственно. И просто обычными работягами, поддерживающими турнир через турнирный модуль Good Game. Соответственно, призовой фонд на этот турнир уже вроде порядка 20к, учитывая то, что это онлайн ВК, где каждый по факту может выиграть, потому что все матчи, включая финал Best of One, это очень и очень весомая сумма. Да, я тоже рад видеть всех, пацаны, привет еще раз. Матчап Хуман против Орка. На сегодняшний турнир, кстати, на турнир каждый выбирается карта заранее. На сегодняшний кап это Northern Isles не самая плохая карта для Хума. Если честно сказать, мне она нравится. Мне она нравится, очень нравится. Здесь есть непростые матчапы, но в целом эта карта лучше, чем условный ТМ. Лучше, чем CH, на мой взгляд. Все где-то в средненьком диапазоне, так сказать, хорошести. И при этом эта карта та, которая будет часто выпадать для игроков турнирных, поэтому играть ее надо уметь. Как раз в таких картах, как правило, определяется исход. То есть
CH, LR и Northern Isles, наверное. Потому что лучшие карты Хумана и Хайлс Теренас будут вычеркивать. Лучше карты Undead какой-нибудь, не знаю, ТМ тоже. Ну вот, а остается что-то вот такое средненькое. Поэтому ранняя вышка, но не грейдит ее Виктор. Обычно делают разведку Футманом, но почему-то разведки от Виктора я не вижу. К сожалению, не знаком с его визави Маркусом. Вот. И видно, что это новичок, потому что билдодер у него не совсем корректный. Если он хотел играть в хедхантеров, ему нужно было строить Вармил раньше на порядок и барак, соответственно. Тем более на этой карте можно было Турена покрипить в соло какое-то время с аурой. Тем не менее, не нравится то, что Виктор играет вслепую. Против этой стратегии можно было бы сыграть и в Fast Expand. Виктор думает, что там стандартный расклад. Тем не менее, это Торрен Чифтон. Виктор дистанционно получает третий левел, намного быстрее своего визави, естественным образом, потому что у него герой с дополнительным призывным юнитом, который крипит точки быстрее, чем Турен, который по факту там вытанковывает все лицом, вынужден возвращаться, подставлять юнитов, соответственно, тратить на утилити часть средств. И, возможно, в эту атаку как раз Хуман его и пронесет, потому что уж слишком неоптимальный билдодер у игрока за орка. Нужно только футменов подконтролить. Можно было подконтролить, но Виктор не заморачивается. Он понимает, что против него новичок. Здесь будет легкая игра у нас. Быстро, может быть, успеем еще на какую-нибудь игру этого раунда. Турен в окружении, вынужден будет потратить телепорт, умирает Грант, умирает вышка, у орка 23 лимита, много золота скоплено. Привет, Лонгман, привет всем еще раз. Ну, видно, что новичок, и второе окружение уже Турен не переживет, если честно. И не доконтроливает, Виктор не стал преследовать, потому что подумал, что Турен уйдет. Но если бы он знал, что не доконтролит его визави, он бы до конца преследовал и убил. Но это и не важно, потому что он тремя элементалями или рейнджовыми тауренами просто убьет орку Бурова, и на этом игра, я думаю, закончится. Посмотрю, что происходит у нас в сетке. Не повезло орку с тем, что повезло Хуману на предмет, на ХП, да. Хотя здесь любой предмет против игрока начинающего был бы хорош. Но здесь именно загвоздка состоит в том, что орк потратил ХП основному герою и, возможно, заставил бы его сделать телепорт, но этого не произойдет, потому что есть пуш на Greater Healing. Понятное дело, что не видел этого игрок за арков, потому что, опять же, видно, что новичок. Респект, что не побоялся и поучаствовал в турнире. Попался игрок, конечно, у которого намного больше опыта, тем не менее, для его будущего развития, если он захочет играть, ему пригодится такое. Stinker One, кстати, интересный матч. Этого раунда, может быть, мы успеем. Не знаю. Хуман берет еще одного героя, который умеет вызывать призывных юнитов. Но этого не понадобится. Красиво выглядит медведь на зимней карте. Поздравляем Виктора с победой. И хочу отдать должное Маркусу. Молодец. Старался, но, к сожалению,
тут достаточно высокая разница в опыте и уровне игроков, поэтому достаточно легкая победа. Но надеюсь, он извлечет уроки и ему поможет это опять же в дальнейшем как игроку. Сейчас Соник все вчера, интересно будет глянуть, в какой форме Чех. А, он вроде только начал ворм, но вообще да, интересно. Но мне кажется, что еще пока он не набрал форму. Сейнт, спасибо за фоллоу. Фоги 10 чемпион турнира. Я бы не стал так говорить про еженедельный турнир, был один, то есть здесь все-таки как такового, наверное, чемпиона нет. Чечи Соник может быть в третьем раунде. Сейчас Шейк Хэппи играет. Ну, Удмирон не будем пока смотреть. Бли Стрэндж, Лопекс, Хавк, Экоч. Ну, Хавк пока тоже незнакомые мне соперники. Так. Фоги в сетке вижу. Мистер Винер. Мистер Винер или Мей в третьем раунде, возможно. Если оба пройдут своих соперников. Интересно намечается матч. Фоги в сетке с мистером Винером. И, я так понимаю, Хавком, да? Рестрим Максима. А пока, может быть, успеем на какой-то еще матч. Зачем рестримить Максима? Геймнейм Фоги. Как думаешь, почему мистер Винер столько играет и не может выйти на высокий уровень? В чем проблема? А частично этот вопрос ответ в видео на YouTube, в моем последнем видео тренировка как раз с мистером Винером. Я думаю, проблема в том, что он упрямится с выбором стратегий. Не использует живость своего ума при тренировочном процессе и подходе. Соответственно, это его тормозит. Я уверен, что он способен играть на более высоком уровне, чем сейчас. Понятное дело, я не говорю об уровне инфи, Муна. Тут тяжело спрогнозировать, но то, что он может играть лучше, чем сейчас, это 100%. А там уже кто знает. Чичи Соник, наверное, посмотрим. Кстати, победитель этой пары будет выходить на Соника. Ой, на Хэппи. Тоже будет интересно. Half Go Terror в четвертом раунде потенциально. Он сейчас в отличной форме, просто игра идет вперед, потому что в жизни ничего не стоит на месте. Вот, и он не успевает за развитием, так сказать, игровым процессом и все такое. Так же во всем. Даже вот в той области, в которой ты работаешь, наверняка, если не прогрессировать, то ты теряешь конкурентоспособность, то же самое и в Warcraft. Посмотри на того же Хота, то есть это игрок мирового уровня, то есть в свое время он там выигрывал Лина на пике игровом, то есть во времена золотого рассвета Варкрафта, золотых лет, а сейчас ему тяжело в ладере, не знаю, практически с любым оппонентом, потому что все уходит вперед, при всем как бы уважении к Хоту, но это игрок с мировым
именем, да, с убер-скиллом, ультра-скиллом, но перерыв в игре какой-то там, не знаю, восьмилетний, и все. Это не совсем кейс мистера Винера, но это кейс того, если ты не развиваешься, вот так вот. Так что я думаю... В этом дело. Но я посмотрю. Ну, то есть на тренировке со мной мистер Уинер проявился как человек, который способен слушать, способен развиваться, поэтому мне кажется, у него все впереди, зависит от него самого. Так. Я пытаюсь следить, какая следующая игра, что как. Я смотрел твою тренировку на YouTube, ему не хватает, конечно, мудрого, но качественного наставника. Прохладно, бзик, прохладно. Хорошо, ты хочешь подлизаться после того, как нож мне в спину, до сих пор почка болит. Блейд под скилл набрал. Да, 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 Блейд. Ну, скорее не то, что набрал, а просто перед ответственными матчами много не пьет. Я бы так сказал. Ну да, Блейд очень неплох. Да я ж тебе рассказывал, Ворм. Все та история. Не, Ворм, ты чё? Так. Дин-дин-дин. Для тех, кто только приснился, мы смотрим GGG's Weekly Cup, пока нет игры, соответственно. Мы смотрим в Discord, канал GGG's Weekly, и чат турнира. Если кто-то хочет помочь, или у кого-то есть предпочтение с выбором игр, которые он бы мог посмотреть, можно писать. Я бы хотел посмотреть Sonic Чечи, вот по рекомендации дорогого зрителя Warm Farm. Все-таки желтый ник, сами понимаете. Но для этого Сонику надо выиграть Visa. Sonic. Ворм, ты последний раз, я когда 5 раз стримил, ты 1 раз только был, и то на 5 минут. Ну хорош. Я, может быть, и не часто стримлю, но ты на моих стримах появляешься еще реже, так что не надо, пожалуйста. Привет, серчер. А когда нужно стримить, Ворон?
Круто, что решил постримить. Привет, спасибо, Арктонс. Не, сегодня попозже лягу. Варм, ну какой стрим ты бы смотрел? Прайм-тайм вечером? Прайм-тайм это что? 6-7? Ты ж не будешь смотреть, у тебя там после работы ты пойдешь дорабатывать то, что не доработал в течение дня. Я ж знаю тебя. Так. Так себе. Это не отмаза. Бизара. Бизар играет. Какой у него ник? Бизар, по идее. Good game, я уже не понял. А, да, Бизар. Так и есть, Бизар один. Но мы хотим посмотреть Соника, правильно, пацаны? Или Эльф Миррор, Нейтрон Старшейпт. ТГВ повезло с сеткой, удачи ему, удачи. Соник. Давайте к Сонику запрыгнем. Соник нас пустит. Поздороваемся с ним, проявим уважение. Мало ли что. Привет, Том Экс. У Соника будет избиение, но посмотрим. Все-таки... Я не могу отказать в Warm Farm. Могу, но не хочу. Все-таки. Как-то это неправильно. Он просил, а мы такие. Хоп-хоп, нет. Ну, понимаешь. Поздоровались с Соником, надеюсь, он не кикнет. Так. Ворм, кстати, видел, что Бзик вернулся в пупк. Ты знаешь, да? Странный выбор, конечно, но тем не менее. Да, это будет Чечи Соник сейчас. Бзик красава, пупк топ. А, если честно, да, я почитал, какие изменения делают в пубге. Ну, слишком поздно, Ворм. Ну, помнишь, когда я еще играл в пуб год назад, я говорил про эти гранаты, а я даже не разработчик. То есть, если мне, обычному работяге, очевидно, да, то почему это выпускают только год спустя? То есть, изменения в правильном направлении, но дорога ложка к обеду, как говорят татары, знаешь. А тут что, ну, уже пошел на спад. Хайп пубга, поэтому, ну, как-то... Хорошее изменение, крутое, но почему так поздно? Почему? По всему так поздно. Тебе и без изменений все надо. Да ладно, перестань. Да, Томек, спасибо тебе. Я тоже посчитал, что это важно уточнить, потому что обычно, знаешь, от человека, который позиционирует себя как тренер или там аналитик, ищут решение всех вопросов, какую-то магическую пилюлю, которой нет, тем более в рамках одной тренировки. И я на самом деле уважаю Максима как игрока, потому что... Точнее, и, соответственно, я должен...
принять и понять, что если он выбрал такой путь, если он хочет играть одной там страты какой-то своей, то в моих силах, если он этого хочет, помочь ее как-то скорректировать, улучшить, а не заставлять его изменить сам себе игре. Когда он дойдет до этого сам, то есть своей головой, поймет, что ему нужно вот кардинально поменять свой стиль, тогда мы можем как бы еще раз, да, с ним провести тренировку, и я ему в этом помогу. Но на данном этапе у него нет таких целей, потому что мы же и перед этим разговаривали, перед там самой тренировкой. Если он не хочет играть там в экспанс, зачем человека заставлять, я не понимаю. При этом я не считаю, что, как, ну, например, его страта против Уда, она прям такая уж плохая. Только Хавк? Да нет, не думаю. Видимо, это какой-то локальный мем. Да, Бзик, я согласен, что в Радуге матчмейкинг это проблема, но ты видел roadmap на 2020 год? Они работают над этим, так что у них много крутых изменений будет. Если бы в PUBG такое было, я бы там купил их Year Pass, но они не сами не знают, что они будут делать в течение года, поэтому и никакой информации не предоставляют, а это же важно. Так что... Да, я согласен. Я не говорю, что Радуга это беспроблемная игра, там много проблем, и читеры, и... матчмейкинг, да, там это проблема. То, что я, например, хочу играть соло, но я легко могу попасться на 3 стак, на 5 стак, и мне будет нереально выиграть. Но, как бы, да, нет идеальных игр. В Warcraft тоже матчмейкинг сейчас это проблема, если так уж говорить. Ну, вот реально проблема. Смотрим. Капсул, спасибо, там от 100 рублей озвучивается, поэтому сорян.
Так. Текс мы в игре. Лол, чичи. Уже начал токсик свой. Да не, что-то я не думаю, что прям списали хэппи со счетов, но у него в игре сейчас я зашел. А, хотя там 100 лимита, да, Дредлорд? А, ну понятно. Ну, короче, не факт, что он проиграл, потому что хоть у хэппи один экспант против двух, все равно это хэппи. Хотя, не, вроде все равно дофига слишком, да. Шейк красава получается, да? Походу хэппи проиграл, да. Да, хэппи вылетает с турнира, пацаны. Сейчас. Сорок один лимит. Ну, прикольно, Шейк. Я помню, сколько он времени потратил на то, чтобы играть против Хэппи в полный мирор. И вот, наконец-то, то есть, начал что-то пробовать. Потому что тяжело играть с Хэппи на его поле, на поле микроконтроля. 37, не, ну 37 лимита, там сотка, наверное. Шейк не хочет отдать преимущество, поэтому он куда-то отступает. Хотя ему надо просто голема послать. Как будто бы он не часто с ним играет. Голема послать убивать экспант, а самому напасть на натурал. И все. Тридцать девять лимита. Может, за свитками отошел. Да, здесь будет тяжело. Не знаю, что так лагает. Ну, видимо, потому что у меня открыт еще варик. Без голем разваливает. ТП на ТП. Ну, это хороший забег для хэппи. Ну, по идее, Дестер сейчас умирает. Не, дел... ТП защитный. Шейк. Так бы Дестер умер. Гарк слишком много. По идее, лич их не должен убивать, у них форма должна быть. Не говоря уже о свитках, поэтому. А землю выигрывает один дредлорд с големом. Так что. О, вот это неприятно потерять экспан. А что делает Шейк? Почему не нападает? Он боится проиграть, поэтому security win по полной. Ну и тут опять ТП. Пятая ДР-ка. Так можно и проиграть. Кое-как Хэппи скопил 46 лимита. Не знаю, что он делает? Почему не послал голема на второй экспанд Хэппи? Непонятно, короче. Почему Шейк не нападает? Чё он боится?
Потому что если у него 80+, то он теряет золото, у них по экономике одинаково сейчас. С учетом апкипа. С учетом апкипа у них должно быть одинаково сейчас. Гулей наконец-то послал. Ли четвертый получился. Дерка взяла третьих скелетов. Окей. Минус база. Что делает шейк? Минус гарга. Опять хороший забег. Странно, короче. Hello daily. Let's see how doing this. Yeah, but Shake is taking it too long, you know. He's not gaining much from his economy either, since he's got a lot of population. So, economy wise, they're kinda equal. Maybe Happy is a bit ahead even, because he's sitting with no upkeep, while Shake has to pay taxes for sure. I don't understand why he's so passive, you know. Maybe he's afraid of throwing the game, but you need, at this level, you need to know how to close out the games, especially when you're ahead. So, I mean, doesn't look that bad for Happy now as it was like 3 minutes ago. So, because now Happy has a high level tri hero combination, so we'll see. Definitely Happy is in comeback territory. Hard to say if he's gonna pull it off, you know? We'll see. Так, привет, Димич, привет. Still can't catch up even with the unholy aura. Shake it is. I feel like you should retrain to sleep and aura, you know, because the Carrion Swarm is not doing anything against those banshees and destroyers and even heroes. 2 less damage. Yeah, nice engagement by Shake. But it's also a skill, you know, you need to be able to close out your winning games, otherwise it doesn't make any sense if you have a good debut or not. It's just pointless. I mean, like, you could copy Infi and have a better debut even, but it doesn't matter in the end if you can't win. Happy is also doing great work by, you know, like, kiting and being able to kill something, but yeah.
I think those films are doing the job for Shake was a very good unit choice in my mind. Happy has an income now. You see, that's when you see the lack of, for example, FFA or long solo games experience. Because at this point of the game, Shake should use his ultimate to kill the structures, kill the expos of Happy. And he's using it to chase the unchaseable aura, so might be the nerves, I don't know. Actually, Happy might be pulling it off, you know, because he has an income and Shake doesn't. And those Wyrms are kiteable. I think it's a comeback, to be honest. You see? That's a lack of experience for Shake. He should have ended the game much earlier, now he cannot win, I guess. I don't know. He can't kill the heroes. Yeah, I think Happy got it. Oh wow, nice symbol. You don't know until you are feeling that pressure, you know? It's easy to say when you are observing the game. I think everyone would choke eventually against a hard opponent. Yeah, I think Happy got it. Bing, bing, bing. Was close, but yeah. Inability to close out the games. Cost Shake this match. Да, да, Tom X. Он мог просто големом харасить экспанд и не бегать за армией своего оппонента. У него было две базы против одной. Ну, в смысле, два экспанда против одного. Видишь, он последние ресурсы собирает с продажи зданий и хочет, я не знаю. Здесь просто, да, это ГГ. Yeah, very nice played by both of players, but Happy showed why he's a superior player. Was very close though. Так. Да, но тут Шейка не стоит винить. Ну, то есть, после таких игр ты учишься. Вот как раз вот эта игра покажет ему, что почему надо заканчивать игры вовремя. То есть очень тонкая грань здесь была на самом деле. То есть Шейка тяжело за такую игру винить. Потому что кажется очевидным использовать ульту ДЛ, чтобы убивать здание с позиции обсервера. Но это не так очевидно в игре. Потому что в игре тебе кажется, блин, мне голем выигрывает землю. Но с землей с тобой никто не будет драться. Он бы не дал поставить Happy Expand вот этот второй. И лучше бы разменивался. И на такой стадии вермы выигрывают прямое столкновение. Но с тобой никто не будет драться. У Хэппи три героя, который супер сильный, и он просто кайтит, и все. Он кайтит на ауре, даже с выпавшей анхоли аурой, Шейку недостаточно мувмент спида, чтобы преследовать армию оппонента, и все. И ты как бы проигрываешь. Гули на такой стадии это мясо. Вермы крутой юнит, но вермы слишком медленный юнит. И
в этой и вермов убивают герои. То есть герои в Варкрафте это самый кост-эффективный юнит. И Хэппи вот показал в этой игре почему. Даже три верма это все равно ничто, потому что они откачиваются пятой ДРК и четвертым, там почти пятым лечом, все. Yeah, see you, man, good luck with that. Я не знаю, Димич, я вот только присоединился. У нас здесь Соник против Чечи. Чечи дотер, некогда варкрафтер, но потом свичнулся в доту вроде как. Не знаю, каких он успехов добился на том поприще. Но, тем не менее, стал поигрывать на своих стримах и варик, и вот участвует на турнирах. Посмотрим. Нет, серчер, почему не решил перейти на Twitch? Просто человек зашел, на английском пишет. Надо, как сказать, ответить, это невежливо. Не собрался? Нет, good game. Good game, YouTube? Нет. Я в основном с русскоязычной аудиторией работаю. Но почему, почему нет? Я, в принципе, на русском все осветил в той игре, так что... Так, Варденко от Соника. Олдскульный колодец. Турик за 300 евро. Ну, прикольно. Ну, кстати, в доте сейчас порежут призовые или уже порезали. И посмотрим, как дисциплина пойдет. Кто реально любит игру, кто нет. Потому что в Варкрафте топовый турнир это 70 тысяч долларов. И люди как бы играют и благодарны довольно в доте. Ну, посмотрим. Варденко, прокси бараки. Мне нравится. Соник отличается вот этим от большинства ныне играющих эльфов, по крайней мере, европейских и СНГ. Он очень опытный и знает все вдоль и поперек, вот в плане страт. Да, он иногда у него срывает башню, и он допускает какие-то, даже не новичковские, а какие-то наркоманские ошибки. Но в плане игрового чутья, передвижений, стратегий, у него все четко. Прокси барак, вот, например, как в старые добрые времена, чтобы пробустить крипинг в Орденке. И, соответственно, опередить по левелу. Чечи не разведывает, тратит скелетов только на крипинг. То может выйти ему боком. Соник все виспом видит. Вот, примерно поймет он маршрут крипинга сейчас. Когда увидит этим виспом, что... Может, кстати, и задиспелит. Как там, триггер на Амурока сработает? Нет. Не сработал. Смотрите, сразу пытался развести. Но Соник не трекал этот момент. Он старался бараком не добить, ничего. Убил главного крипа, выбил предмет и бежит на Харас. Интересно, что он возьмет. Купит ли сапоги, персоналку. Увидим. Может быть и то, и другое, да. И то, и другое. Посчитал, что свиток зверя ему не нужен, но бустит экономику. Это интересное. Интересное решение. Нужно ждать. На самом деле, сейчас пока ничего не надо кидать. Ждет Соник левелапа. Не добил. Левелапнулся. И что, второй дротик? Да, второй дротик будет тыкать в героя. Окей. Отзонит своего визави. Можно даже встать в тень. В ключевом проходе. Можно и экспанд поставить. Что там у Соника по деньгам? Все хорошо. Хантерс Холл не строит. Либо забыл, как он любит. Да, забыл. Но это, знаете, вот типичная ошибка всех эльфов. Вот реально всех эльфов на планете. Вот этот Хантерс Холл. Ага, Чечи, смотрите-ка, не лыкомшит, понимает он, что... Может быть, Абуз, Харас и тыры-пыры. И ставит некрополь. Хотя дерево у него есть. Обычно
ставят некрополь, когда не хватает деревяшек. Гулей там мало ли, все такое. Но гулей более чем достаточно при такой стратегии. Я бы на месте Соника на самом деле ставил экспанд, если его визави настолько пассивен. Фоги отлетел, ученик без тени развивается. Кому он проиграл? Ну ничего, серчер. Все будет, не переживай. Ой-ой-ой, только вышел и сразу получил в голову дротиком. Чичи понимает, что может быть экспанд поставлен. Демон Хантер. Да, не часто такого видишь. Не обязательный герой на самом деле. Можно в соло качнуть Варденку. Демон Хантер. Но не хочет терять время, а типа экспанд не ставится. Что делать еще с арчами, не харасить же. Поэтому решил, что... Ну вот, типа, вот в этом весь Соник, да? Только мы об этом говорили. Потроллил, выложив предмет еще. Бегал. В итоге не уследил. Получил койл новую. Добил крипа, но вынужден был сделать телепорт. Естественно, это не стоило того. Во-первых, это отдало инициативу. Закончило прессинг, остановило. И дало возможность андеду продышаться. А это неприятный момент. Мелкач. Не знаю. Соник забирает вторую центральную точку. Это очень важно на этой карте. Здесь будет стандартный билд. Медведи, дриады и поздний выход в гигант. Хорошая стратегия, тем не менее. Еще рано, наверное, говорить о результате. Но мне нравится, как игра складывается для Льфа. Потому что забрал две центральные точки. Это очень важно на симметричной карте. И... Я особо ничего не потерял, кроме телепорта, но телепорт здесь пока не играет роли. Анг выпадает Сонику, это супер важный предмет, особенно против андеда, который имеет возможность херокилить. Это ключевой предмет. Я бы на месте Соника не продавал, хотя сейчас частые тенденции к продаже этого итема, но я думаю, что против андеда это must have предмет. Да, он не часто себя реализовывает, но мне кажется, что в этой ситуации слишком круто, чтобы его продавать. Так, оба делят карту пополам. Сонику нужно быть аккуратным. Да, у него есть анг, но тем не менее. Ага, он рубит древесную экономику своему врагу, тем не менее. Очень осторожным надо быть. Можно легко здесь отдать варденку, потому что, например, он сейчас делает став, койл нова прилетает. Вот сейчас, например, Соник легко мог потерять здесь героя. Потому что влетает койл, откуда ни возьмись. Например, Соник же не знает, где находится андед, на какой стадии. Ему повезло, что он здесь крипил. А если бы он сначала пошел на красную, и в этот момент он бы крипил здесь, он бы одного героя вернул. Или персональный став там был бы. После того, как забрал андед, например, главного крипа, и не боялся бы потерять юнитов на оставшихся. Сделал персональный став сюда, кинул койл, все. И он бы здесь оставался. Потому что став был бы в КД. Хотя не, если там мана на блинк оставалась бы... Не, он всю ману не мог потерять, да.
Но все равно было бы опасно. Было бы опасно. Очень опасно. Да, у Максима очень хорошая сетка, очень хорошая. Соник выходит из лимита, где гиганты? Пока что не вижу их. Я бы вышел из лимита гиганты, мне не нравится выход чисто медведями. Мне кажется, два гиганта слишком сильно бустят микс эльфа. Вот, тем более против масс дестров. Дополнительные медведи как бы особо несут себе пользу. Не позиция ловит эльфа undead, и, соответственно, начинается битва с потерей двух юнитов у эльфа. Две дриады минус, три дриады минус, один медведь застафался. Соник бегает за печкой. Моноберн демона в деку, нет у него маны, но есть аура. Идентичные ауры выпали с красных предметов. Ах, вот, реализовался. Варденка умерла от Койлновы. Но Соник просто разваливается на контроле. Несмотря на то, что у него было больше лимита. Чечи вышел из лимита, вот, да, видите, у него дотекания идут. Намного позже, хотя минус лич, не успел Чечи сконтролить. Мог попытаться передать предмет. 52 лимита, 36 у Соника. Даже несмотря на потерю лича, перевес в армии у андеда порядочный. Дриадку не сконтроливает. Хотя простил андед, простил. Может, придется передать телепорт, кстати. Начинается преследование, но без дряд преследование не такое критичное. Может, одного паука потеряет. Выкупает лича. А, Сенволм. То есть не доконтролил и Чечи в том числе. Ну, в общем, оппоненты равны, так сказать. Тем не менее. За кого сегодня болеем? Ни за кого. За красивые игры болеем при этом. Экспандов ни у кого нет. Ну, у Соника ситуация хуже, чем у эльфа. О, чем у Чечи. У андеда. Лич здесь запакован по самой не хочу, плюс 20 лимита. Хавк слил, кому слил? Террору? Я не видел по сетке, с кем он играет. Ну, у него там вроде террор был в четвертом раунде, наверное, ему, да? Не вижу сетку сейчас, к сожалению, в игре. Итак, минус паук, просветили его. Он это все равно больше лимита. Но не хотелось бы драться без маны, поэтому стоит поставить под регене. Тем более есть такой замечательный предмет, как Pipe of Insight или бюджетная аура Архимага. Тем не менее, она буст сильно очень и эльфа, и тем более андеда. Сейчас 6 лимита у Соника. Ой, у Чечи 54 у Соника. Минус дриада. Дестр летает. Это хорошо, что Undead выбрал место сражения над лесом или возле леса, да, правильно сказать. Закапывает пауков. Не, ну Чечи подконтроливает неплохо, я бы сказал. Варденка не успевает тратить всю ману. Понятное дело, у нее есть блинк. Успел? Не передал инву. Все-таки хочет продолжать сражаться здесь Undead. 55 на 44. Под фокус попадает Варденка и надо... Ой-ой, вот это агрессивный... Ты чего, Соник? О май гад, очень близко.
Агрессивный блинк, о май гад, Соник, а если бы там нова была? О, очень близко. Там была бы минус Варденко. Соник, конечно, аркадник. Но эта битва с учетом потерянного дистра, как экзит килла, была за эльфом, я бы сказал. Тем не менее, герой 4-4-3 против 4-5. Да? Окей. Кто не рискует, тот не Соник. Ты хотел это сказать? Привет, а где Фоги? Я не знаю. Ожидал его увидеть сегодня в финале против Хэппи. Кто-нибудь видел, как Хэппи играл? Ой, то есть как Фоги играл, проиграл? Или что там было вообще? Вкратце, если рассказать кто-то может. Или мы в перерыве посмотрим демку просто. Точнее, от лица Фоги посмотрим игру. Так, 52 лимита. Соник нетипично построил для текущей меты гипогрифов. И я бы сказал, нетипично для себя. Нейтрон там, кстати, выиграл Старшейп-то в Эльф Мироре. Это он молодец. ТГВ там пробивается. Ничего себе. Все три лимита, неприятные лимиты у Соника, конечно. Масхантам в Мироре. Ну, масханты дело такое, да. Гипогрифы всех ловят в сетку, начинают фокусировать. У ДК есть бутылка маны, это очень важно. Соник Варденко и Дрядкой бьют Мурлоков, это очень плохо. Три медведя бьют скелета. За это время потерял эльф всех гипогрифов. Попытка зафокусить ДК, но он вовремя пропивает инву. Минус последний гипогриф, это значит дистрам ничего не угрожает, они спокойно могут убивать медведей. Варденко стафается назад. Демон сейчас вынужден будет пропить инвул, скорее всего. Но Чечи не преследует. Соник преследует двумя героями аж. Вот в этот момент. Ой, нужно оббегать. Чечи здесь чуть-чуть не доконтроливает. Лич. Да, Лича не доконтролил. Лича можно было спасти. Переложил какой-то предмет. Ага, и выпил в итоге его. Передал инву КДР, но этот инву подобрал Демон Хантер. Окей. Бывает. У Соника достроился экспант, но у него 30 лимита. Чечи не доконтроливает, но Соник не доконтроливает намного больше. Да, но это не мое дело. То есть, я думаю, у многих людей проблема с психологией, к сожалению. Warcraft, так сказать, не на пике своей популярности в плане... То есть это не широкой дисциплиной, до сюда еще не дошли такие вещи, которые уже практикуются много лет в других дисциплинах. То есть в командах там по Dota, LoL'у и других командных играх давно есть психологи, которые помогают этим вопросом заниматься. В Варкрафте, к сожалению, этого и нет. И многие игроки должны сами этим заниматься, но я думаю,
полпроцента людей уделяет этому должное внимание, остальных это вызывает только смех и улыбку. Но я считаю, что это важный момент. Поэтому я думаю, здесь это не только лукавка, но и многих других. Ну, Чечи просто расконтролил Соника в двух решающих битвах. Мне кажется, не хватило Сонику все-таки микро на двух милишных героев. И вообще, выбор демона Хантера под сомнением для меня. Мне кажется, он слишком сильно замедлил крипинг Варденки и не оправдал себя. И видно было, что Соник не понимает, что с этими двумя героями сделать, потому что все битвы он проиграл по факту. Но начало от Соника мне понравилось. Посмотрим, сможет ли Ниндзя Экспанд спасти Соника. Но я не уверен, если честно. Чечи на... Надо бы тыкнуть в мейн, а не бить колодца. Зачем он бьет колодца, непонятно. Понятное дело, он не знает про Экспанд. Здесь уже загрежена Спирит Аурка на случай всяких бейстрейдов, забегов и тому подобной дичи. Демон... выкуплен. Один выкуплен в магазине, другой передан любезно вражеской даркрейнджеркой. Варден получает Coil Nova и Silence и тут же теряет 80% хп. Демон Хантер, в принципе, аналогично. Но не камбэкается здесь через два героя. Ситуация 32 на 56. Чечи разведал скелетом даркрейнджерки Экспанд. Наконец-то тыкнул в мейн. Демон Хантер юзает первый свой инвул. Второй, скорее всего, придется передать Вартенке, если она не умрет. Но что-то мне подсказывает, что она умрет. Пятый левел для Лича. 5-5-5 героя у Undead. И, к сожалению, Соника здесь уже мало что поможет. Фоги отлетел, да. Это так. Бзик сказал, что изи катка для Соника. Но это же Бзик, Ворм. Ну, то что. Он и тренера хейтит, и... в пупк играет, так что... Ну, что ты хочешь от Бзик? Бзик это ВК3 Грандмастер. Топ-тролль Гудгейма. Лучший друг Ворм Фарма. И Дарк Нубика. Да, Чечи показал неплохую игру, но если честно, мне не понравилось, как Соник здесь сыграл именно по микроконтролю. У него там в одной битве три медведя било скелета. А Варденка с Дриадой били Мурлоков. Ну, то есть, как бы... То есть, он послал все через атаку, и... жребий был брошен не в ту сторону. Поэтому... такое себе нельзя позволять, конечно. Минус Экспанд. Что Соник... Как хочет Соник выиграть? Ну, понятно, может быть, Демон Хантер 6, у Undead закончились ресурсы, но у него есть золото и дерево на... Точнее, закончилась добыча, но у него есть ресурсы на побочную базу, поэтому это дело времени. Понятное дело, у Соника здесь шанс меньше, наверное, 1%, но он боец и не сдается. Ну и прикольно всегда на ульту посмотреть. Проблема в том, что против него даже не мощна 60-лимитная, а герой 5-5-5. То есть ульта Демона Хантера, она может и не случиться. Офигенный Silence. Но, если честно, не офигенный, потому что у Silence 3 левела рейндж на весь экран, поэтому им тяжело промазать. Можно тут даже 10 героев, если бегало, на всех можно было попасть. ГГ.
Соник, конечно, расстроен, но это BL1. У него есть как и плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что ты можешь выиграть любого. Минусы в том, что ты и проиграть можешь любому. И с этим приходится считаться. Нейтрон Ван у нас это четвертый этап. Чирон прошел и ждет победителя пары Минди Кинга и Зампы. Зампа это, по-моему, Хуман. Так, Лабер ждет победителя пары Хот Ханг. Серс ТГВ, ничего себе, вот это битва. Чечи будет играть, скорее всего, с Хэппи. Флопекс выиграл Хавка. Квест с Флемичем. Квест далеко прошел, молодец. СВБ Мелкач. Выиграл Фоги, да? Давайте посмотрим игру Фоги и Хавка. Там пока интересных матчей вроде как нет. Фоги. И как там у Хавка? Лук Хок, да? Я думаю, эти два матча будет интереснее посмотреть. При всем уважении к тем игрокам, кто остался в сетке. У Хавка нет записи или что? Я не вижу записи Хавка. Не вижу записи Хавка. Содержимое его недоступно. Не знаю. Окей. Ну тогда Хавка не посмотрим. Может быть есть демка. ТГВ Сер. ТГВ Сер, наверное, начали уже. Плистерор. Да, наверное, интереснее будет Фоги посмотреть. Так, пацаны, я выйду пока из варика, потому что он пипец как лагает. И я не могу смотреть видео. Бы хотел посмотреть игру Фоги, если никто не против.
Ну, Фоги там личные траблы были, пацаны, так что не могу раскрыть детали, но не так. Ну, понятно, то есть он профессионал, должен был справиться, но все мы люди. Ладно, давайте посмотрим игру. Так вы уже выиграл Сера, круто. Хэппи чаще финал? Нет. Так. Это игра против мелкача, да. Не знаю, к сожалению, что это за игрок, но если сумел выиграть Фоги, то неплохо. Пока неплохо, да. Серчер, ну ты вот смеешься, на самом деле, блин, бывало такое, что поднимали мейн эльфы и фоги в том числе, ну разве нет? 21 висп, точнее, 21 лимит, там патма. Окей, какие действия против патмы? Хрустальный шар, вот фоги говорит, что он не продал хрустальный шар, из-за этого проиграл, но на самом деле... Это не, ну, не может быть причиной поражения. Просто он расстроен, я понимаю. Просто против Патмы что основное? То есть против Патмы, если ты играешь в Демона Хантера, ты можешь отбиться как? Самое главное тебе застроить базу. Можно отбиться и арчами. Застроить базу, сделать один проход, чтобы когда он тебя ломился, он будет на тебя ломиться, потому что это лыновая страта. Ты мог танковать демоном, а арчи сзади стояли, атаковали. Можно построить ну, одну лорницу и делать течь медведей, а при этом как бы подстраивать катапульты или даже остаться на арчах внутрь базы. И все. То есть из одной лорницы выйти просто в кост-эффективных юнитов медведей и так далее. Главное просто не сражаться в чистом поле. Окей, крипинг демона хантера, это хорошо, то есть он не рашит, вроде пока понимает, что делает, видит, что патма тоже крипится, окей. Хм.
Ну, база пока выглядит как что она правильно застраивается. Но там один проход должен быть. Lightning Shield. Темп нормальный. Да, он успеет третьего демона получить. Тир нормальный. Барак, да. Ну, пока все. Ничего не вижу плохого. Hunter's Hall где, непонятно только. Но это стандартная тема. Забыл Hunter's Hall. Вот это первые. Первый тревожный звоночек. То есть в итоге ни лорницы не будет нормальной, ни это, ни катапульт вовремя. То есть мы остаемся на арчах, пацаны, к моменту пуша. Мы остаемся на арчах. Чуть-чуть колодец левый можно было поставить ниже. Вот этот колодец. Сюда вот. Чтобы был один проход. Барак второй переводит, понимает, но это поздно. Сапоги можно купить. Фоги считает, что он не продал хрустальный шар, это ему стоило игры. Он покупает персональный став, ну, не знаю, увидит, что его застраивает. Смотрите, вот здесь должны пампиться каты уже начинать. Потому что против, ну, арчи помогают против хантов, против ката, ой, против застройки они не помогут. Катапульты помогают против того и другого. Но у Фоги не готово. Не готово. Не готов Hunter's Hall. Он не может строить катапульт. Хрустальный шар здесь, конечно, бы помог, но это не. Опять же, это второй момент. То есть, зачем нанимать алхимика, если бисмастер здесь убивает это все? Алхимик — это не лучший выбор. Странно, что Фоги занял алхимика на самом деле. Арчу не доконтролил. Барак не успел перекопать один, да? Да, один барак не дошел. Один барак не дошел. Демон здесь вовремя не стоял. Катапульта не начала строиться. И... потерял две арчи на недоконтроле. Три арчи. Четыре арчи. Четыре арчи потерял на недоконтроле. Алхимик кинул одну бомбу и ничего больше не делает. Демон должен как-то вытащить, но... он слабенький. Но тут еще не проиграно. Магазина нет. Ну, то есть, типа, у тебя широкая база, но для чего ты делаешь широкую базу? Какие строения ты туда хочешь поместить? Лорницу. И все. Две лорницы не успеешь, да и тут не к месту при таком количестве арчей. Лорница, магазин, все. Вот здесь ты ставишь магазин, вот здесь лорницу или наоборот. Зачем? Ну, то есть, типа, как ты хотел отбиваться? Ну, он недооценил просто силу потмы третьей. На самом деле, эльф сыграл просто, но... как бы он проверил Фоги на фундамент. И Фоги... ошибся. Не, эльф молодец, но... не. Ну, видите, как бы Фоги считает, что алхимик норм против хантов. Мне не нравится алхимик. Ну, то есть мне не нравится алхимик. Не, эльф молодец. Так что Фоги скажет. Ну, мне, в принципе, сказал уже все, наверное.
Не, продажа этого предмета. Конечно, в идеале ты должен продать был этот шар, купить циркулетку там, вот это все. Но по факту это не может игру решить. Ну, то есть, если ты фундаментально понимаешь, что делаешь, не может это решить игру. И фундаментально здесь как бы ошибка. Забытый Hunter's Hall, не построенный вовремя магазин. На самом деле я рад, что это произошло, потому что у Соника мы увидели Hunter's Hall забыт, что у Фоги, ну, типа эльфы совсем разленились. То есть, если Хуман забыл кузницу при Рифлопуше, то давай до свидания. Ты проиграл. То есть, ну так это и должно быть. Потому что дорога ложка к обеду, все имеет там тайминг, время и так далее. Здесь лорница одна катапульта внутрь, и все, и ты отбиваешься легко. Ну и видно, что эльф идет в all-in. Зачем тебе алхимик? Непонятно. То есть, если это как бы не all-in был, то есть у эльфа там подмас одного барака, экспанд, так тоже раньше играли, то и по переход Маздриад, то да, там типа алхимику ты можешь качать рейдж, и он будет каким-то полезным. Если ты перейдешь в медведей, то у тебя алхимик какую-то ценность будет нести. Бисмастер здесь проседает. Но при олыне бис намного лучше. У тебя нет юнитов. А тут тебе три кабана, которые разваливают и вышки, и хантов. Так что. Но концептуально здесь Фоги проиграл. Hunter's Hall забытый. Чуть лучше базу можно было застроить, магазин не поставил. Ну, из-за Hunter's Hall лорница, все. Как бы. Концептуально так. Ну, то есть все остальное. Даже две потери Арчи, они бы там так роли не сыграли, если бы, например, ставил магазин, Демон Хантер бы под колбами мог затанковать. Не буду смотреть, что Фоги там ответил, чтобы не расстраиваться, потому что он, наверное, сказал, что что-нибудь типа не построил двух виспов, и это вызовет у меня конвульсии. А я не хочу такое слышать. Поэтому, ну, чтобы спать спокойно. Так что концептуально я вижу так игру. Алло, да, алло, алло, я слушаю тебя, Фоги. Фоги не согласен, он на нервах. Видите? Сразу видно, Фоги на эмоциях расстроен. Говорит, я не согласен. Тренер всегда прав. Видите, говорит, я не согласен. Ну, совсем, совсем распоясался эльф. Ну ладно, пацаны. Мы исправим ситуацию, не переживайте. Дими 4 вколол тестостерона на ста и сообщает, тем не менее, всем хорошего вечера. Диме, спасибо тебе большое, тебе хорошего вечера, если ты себе уходить там собирался. Виктора посмотрим в скайпе. Да, можно посмотреть Виктора в скайпе, вопросов нет. Я бы вывел Фоги в эфир, но он сейчас это на эмоциях. Я не думаю, что он будет, так сказать, корректен. А я не хочу спорить. Ну, то есть он говорит, Арчей нельзя терять, да? Ну, то есть, типа, да, ну, небо синее, окей. Но ты играешь против человека, который, ну, при всем уважении, мелкач, да? Там, ты хорошо сыграл эту игру, молодец, супер, да? Но ты играешь против человека, который минимум на голову играет хуже тебя. Если ты проигрываешь ему, теряя две арчи. То у меня для тебя плохие новости. Хэппи не проиграл Шейку, хотя между ним и Шейком нет разницы в голову. Имея на 50 лимита меньше, или там типа того. 50, а у тебя 2 арчи. Ну то есть типа, о чем мы вообще говорим? Посмотри игру Шейка против Хэппи Рана.
в ранних раундах на от лица там Хэппи Хоги и как бы потом забери свои слова назад. Две арчи. Там было 50 лимита разницы, наверное, или 40. И одна база. Happy Death Note. Ой, ой. Это у Happy Game 4. Блин, я не успею, да? Они уже начали? Походу поджигают все. Не, ну, а ты скажи, в чем я не прав? Типа, терять арчи нельзя, это не аргумент. А кто-нибудь стримит? Сейчас, ладно, я посмотрим игру. Я хочу от Вульверина посмотреть. Я не хочу от игроков смотреть, я хочу нейтрального. Нейтральный хост. Вульверин смотрит. Back to Warcraft можешь посмотреть. Они меня не зарепортят потом. Кто стримит эту игру? Не, Буктворку стримит Стайла. Так, кто еще может стримить эту игру? Ты же понимаешь, что Хэппи скилл это не Фоги. Я не согласен так, конструктор. Я думаю, на самом пике Фоги может играть не хуже. Так что я, ну, не согласен с тобой вообще полностью. Просто ты так говоришь, потому что их счет личных встреч не в пользу Фоги последний год, и потому что Хэппи играет более стабильно, и все. Но если ты посмотришь, например, победы там Хэппи против определенных оппонентов, он не он стабильный, но кому он проигрывает, как правило, он проигрывает им, да, и систематически. И тех, кого он выигрывает, он им практически не проигрывает. Ну, то есть, это работает как в одну, так и в другую сторону. Просто количество людей, которым проигрывают Хэппи, их очень мало. Вот и все. Так. Блин, кого посмотреть? Нет, счет личных встреч не показатель скилла. Ну, типа, у Фоги лучше статистика против Лина, чем у Хэппи. Значит ли это, что Фоги ближе к скиллу Лина, чем Хэппи? Ну, то есть, как бы, тут вопрос такой, понимаешь? Или там у Блейда лучше статистика против Хэппи, чем у Фоги, да, в последний год. Или у Хавка. Но при этом и Блейд, и Хавк проигрывают Фоги. Ну, то есть, условно так. Я не считаю, что это показатель скилла. Это о чем-то говорит, конечно. Но... И да, я сейчас считаю, что Хэппи играет лучше всех в на неазиатской сцене, но тем не менее. Так, ладно, походу... Надеюсь, Виктор не зарепортит меня. От лица Виктора посмотрим. Давайте так, пацаны. Выходим из Варкрафта опять. Думал, Game 4... Ну, просто сетка не обновляется своевременно. Я подумал, что Хэппи играет не с Виктором. И Game 4, я подумал, это... 4 это типа... Раунд как раз 4, а это просто четвертая игра, но это не обязательно четвертый раунд. То есть, если первого раунда нету... Так. Ладно, смотрим, пацаны. Ну, экспан стоит. Вообще ситуация не... Ну, подождите, сейчас посмотрим. Конструктор, я согласен, но это уже другое. Ты уже смещаешь спор в другую плоскость. Это не то изначально, о чем мы с тобой говорили. Я согласен, что как бы менталитет Фоги изменился, но я надеюсь, в будущем это исправится. Вот и все. Я согласен, что так говорить неправильно и так не стоит говорить. Но все мы люди и все как бы сходят с пути иногда. Это, ну,
Это как бы ей жизнь. Вот и все. Да, что ты хочешь сказать? Фоги нестабильнее Хэппи, но это не значит, что он там ниже скиллом. Вопрос в потенциале. Мы же говорили ранее сегодня о том же, например, мистер Винери. Я думаю, что потенциал Фоги до конца тоже не раскрыт, и он может играть на порядок лучше. Ну, то есть, тут видите, вот что не смотрю, не смотрю Виктора, вот, ну, реально, вот эти ошибки микро. Просто ты стоишь, трейдишься, теряешь ХП, потом тебе прилетает койл или новый, и ты умираешь. Ну, как так? Конструктор, ну а кто видит свои ошибки? Ну вот реально, вот скажи, ну а Хэппи видит свои ошибки? Ну вот серьезно. Он говорит, ну как бы проиграл орку. Орку. Типа не Лину проиграл, который сыграл там идеально лучше меня. И ну проиграл орку. То есть это разве не то же самое? Ну скажи, вот честно, положа руку на сердце. Разве это не то же самое, что Фоги говорит там, ну не продал шар хрустальный, из-за этого проиграл игроку, который на голову слабее. Разве это не то же самое? Для меня это одно и то же, например. Просто это, может быть, звучит не так очевидно, но это то же самое. Ну, Виктор не может здесь потащить, потому что он в дефе. Хуман, который дефается, он не может выиграть андеда. То есть здесь игра проиграна уже. Ну, то есть вот с этого момента, смотри, как раз вот, типа, ты играешь против человека, который не ошибается и не отпускает преимущество. Хороший, кстати, проюзал колбу. Виктор сейчас сыграл хорошо. Но суть в чем? Ты играешь против человека, который не ошибается. У тебя нет инициативы в матчапе, где важнее нее ничего нет. Ты не можешь здесь уже выиграть все. Ну, то есть, ты в дефе, а Хуман в дефе не выигрывает. Поздно ментов подзывают, опять же. Ну, то есть, опять же, Виктор морально здесь сдался. Он играл, и в какой-то момент он сломился. Он уже об игре не думает. Потому что, что это за менты? Менты, когда у тебя нет футов, когда у тебя умерли вышки, все. То есть, это такие уже менты отчаяния. Но здесь уже давайте лучше игру сначала посмотрим. Я хочу понять, где Виктор сломился. Здесь как бы там, тут уже все, тут проиграно. Давайте вот с этого момента посмотрим. Рокал, то есть ты считаешь нельзя, ну то есть человек не имеет права на критику обоснованную, конструктивную. Считает, что я не имею права критиковать Фоги, правильно? А кто имеет? Мун и те, кто занимает позицию на одну-две выше, или сколько, если он топ-3 мира, потом вот только 1-2, правильно? Такая логика. Фоги говорит, тупо хейтер. Да.
Не, просто мне. Я все равно я понимаю, что это тролль, но мне чисто с психологической точки зрения интересно. То есть он вряд ли что-то мне ответит. Но, знаете, вот как типа, психологи изучают маньяков, не потому что они им симпатизируют, но просто там интересно. Я хочу понять просто психологию тролля. Неужели все так просто, и человек, ну, типа, хейтит, и ему без разницы, хейтит и хейтит. Понятное дело, мне ничего конструктивного не ответит. Вот. Просто зашел луза словить. Но мало ли, вдруг, а вдруг я что-то новое узнаю. И это меня как бы улучшит. Как человека и как аналитика, комментатора, все такое. Чего я ничего не понял? Нужно проводить параллели игроков, показывая, как делать тот эльф, оперировать игрой лучшего игрока. Не понял, что значит оперировать игрой лучшего игрока. То есть ты хочешь, чтобы... То есть... Я ничего не понял. То есть я должен Фоги сравнивать с игрой Муна. Если Фоги не играет как Мун, то он плохо играет. В этом нет логики, ты же понимаешь, да? Потому что Фоги это Фоги, Мун это Мун. У них разные там игровые стили, разный бэкграунд и все разное. Почему Витя не верхнюю забрал? Там слишком большие потери. Это дефолтный крипинг на этой карте за хума. Мне в принципе как бы нравится крипрот. Да он сам не понял, что он написал. Написал какие-то это. Я ничего не понял. Я реально ничего не понял, что он написал. Он не ответил ни, ну, ни на тот вопрос. Из его сообщений единственное, что я понял, это то, что только Мун может критиковать игру Фоги. И все. Ну, что уже как бы нелогично, понимаете, да? Фига себе, Хэппи не контролил паука. Но я не могу критиковать Хэппи, потому что я не играю лучше, чем Хэппи. Поэтому, наверное, это не ошибка, ну, а какой-то стратегический мув, который я пока не могу понять. Правильно, Роккал? Ой, блин. Да не прям много. Нормально. Но у него хорошая экономика древесная. И он вышку не отдал, это самое главное. Вот сейчас непонятно, что он делает. Он чуток перестроил рабов на мейне. Все обычно он их не достраивает, но здесь он перестроил. Здесь он перестроил рабов. Да, он перестроил рабов. Он 10 рабов построил. Это слишком много. Давайте еще раз. Мне не нравится то, что он не разведывает. То, что Калита не прессит. Вот сейчас. Убил, но это Хэппи тут что-то завафлил. Ну, стоп, я не могу критиковать, потому что я не играю лучше Хэппи. Опять же, стратегическая отдача. Наверное, труп под потенциальных скелетов. Во-во-во, точно. Не могу. Четвертая ферма.
Скорость экспанда нормальная. Это нормально. Хэппи вообще никак не контестит. Раз. Два. Не отдал. Отзонил. Два раба, да, он отдал или три? Три раба. Четыре. Не, четыре раба это фигня. Ну, типа... Он перестроил рабов. Короче, 10 рабов это слишком много. Видимо, Витя бомбит, что дерева у хумов не хватает всегда. Он мог построить... Он сделает раньше грейд, раньше щиты мог сделать. Я ничего не понял. С каким подходом? Какой подход должен быть у комментирования? Расскажи мне, Роккол. Как я должен комментировать и почему я тебе чего-то должен? Расскажи мне. Каждый человек вокруг себя, ну там стример, комментатор, я не знаю, аналитик, собирает вокруг себя комьюнити, который разделяет его точку зрения, вот. Если там кто-то из игроков обижается на там кого-то, но это скорее проблемы личного игрока, потому что я за все, там, все 10 лет, кого, сколько комментирую, никого не оскорбил, потому что я, во-первых, ну, не такой человек, во-вторых, я не имею на это права, я никого не знаю из этих людей лично, но я их, так сказать, анализирую и сужу исключительно как игроков. Все. Да, все ошибаются. Но, типа, как бы, ну, в этом как бы и суть аналитики. Ты находишь дыры в игре или там в чем-то. Так что я не понял твоего посыла. Тем более с подходом, что, типа, я что-то тебе должен. Какой-то стиль комментирования. Это микроошибка. Да, слишком мало футов. Перестроил рабов. 10 рабов. Боится отойти. Потому что потеряет. Да, у него поздно. У него могли быть намного раньше. У него больше футов. У него здесь могло быть 7 футов точно, может быть 8. Вот здесь можно было отослать футов. Ну, то есть, типа, один элем... Ой, то есть, один архимакс... Лемми здесь отзонивал бы андеда. Футов можно было послать на базу. Ну, то есть, типа, ты все равно здесь ничего не убиваешь. Если ты уходишь в деф, ты проиграл. Ламбермил можно было раньше заказать. Но, опять же, это вот два раба вот этих. Два-три раба даже. Наверное, три даже. Можно семь остаться, достроить на экспе больше рабов. Ну, все, пошел деф. Хуман здесь ничего не может убить у андеда. Ну, в таком составе армии. Микроошибка. Ну, и, в принципе, здесь уже поиграно. Тратить ресурсы, скопленные, схалявленные на... Ну да, здесь все понятно. Ну да. Здесь все понятно. Окей. Да, капсул. Ну, типа, Хуман не может выиграть, если он дефится. Ну, то есть, просто не может, и все. Если он теряет юнитов, и там приходит фуллап, атака с дестрами и так далее, и ты отлетаешь.
это слишком, ну, ты такого андеда, как Хэппи. Может быть, андедов слабее, который там даст тебе окно продышаться, отойдет где-то, там затупит, потратит там 30 секунд, там 30 секунд, там 30 секунд, ты выиграешь. Но там Хэппи, ну, игроков высокого уровня ты не выиграешь. То есть в дефе ты ничего не убиваешь. Все, это начался стадия, где футы это корм. А их можно было реализовать тем, что ты нападаешь на базу своего визави. Потому что делал Хэппи по факту? Он просто пауками бегал туда-сюда, ждал лича, и пока не скопится. Что делал Хуман? Ничего. Просто фаерболы кидал, но фаербол мог кидать и без футов. Поэтому тут надо искать варианты перехвата инициативы. Здесь, к сожалению, Деснот их не нашел. Это тяжело, я не спорю. Но это надо делать. Если хочешь выиграть. Нет, фармиться тебе никто не даст. Нейтрон выиграл Вана. Капсул, так он поэтому и давил. Ну так в этом и загвоздка. Это поэтому и тяжелый матчап. То, что Undead всегда прессит, и тебе тяжело найти это окно. Посмотри игры топовых умов. Инфи, Тиаш, Романтик или Фортитюд. Ну, это тяжело, но как бы в этом и суть. Суть игры. Надо искать варианты. Поэтому этот матчап и тяжелый. Если бы все было так просто. Так. ТГВ-лабер мы пропустили, да? ТГВ-лабер, кто там еще? Плиз выиграл Флопокса, Плиз с Иммортлсом каким-то играет. Внизу там квест разуплотняет всех. С мелкачом играет. Что там квест в полуфинал выйдет? Да ладно. Ничего себе. Так. Может, успеем? Не, не успели. Ну, к ним претензий нет, это я медленно. Насчет рифлов, что ты скажешь против Анэл? Рифлы это всегда реактивный юнит. Во всех матчапах, я считаю. Я уже говорил, вот капсул, ты же мне уже задавал этот вопрос. А тебе уже отвечал. Игра в рифлов зависит от твоего оппонента. Ошибется он, не ошибется. Как правило, так. Поэтому на среднем уровне ты можешь кого-то выиграть. Потому что они 100% ошибутся. Нейтрон Зампа. Тоже, наверное, играет Зампа Хуман, да? Нейтрон Арк.
Но на топовом уровне вряд ли это произойдет. А, ты против орков, да? Против орков нормально. Ты ж спрашивал про уда, правильно? Или я что-то неправильно понял? Ты же вроде про уда спрашивал. Так, ладно, посмотрим ТГВ, пацаны. Роккол, давай, короче, как говорится, agree to disagree. Я не хочу тратить время на споры. И я не понимаю, как бы, смысла обсуждать. Если ты считаешь, что я не имею права на такие высказывания, окей, я считаю, что имею. На этом мы с тобой закончим обсуждение. Все. Так. Не хочу включать коммент ТГВ, хотя иногда бывает весело, но просто потому, что там может быть какие-то оскорбления, я не хочу их слышать, поэтому... Пока что я вижу, что ТГВ играет за орка, и, естественно, он играет в абуз. На достаточно неплохой для этого карте. Тут есть все. Хороший залет, может быть, по идее, это должен быть минус рудник. ТГВ тыкал в рабов, не решил что-то не тыкать в рудник. Теперь он рудник не убьет, ему надо ТП делать. Он оверкоммитится, на самом деле, и зря. Не знаю, неужели он как бы не чувствует этот момент? Поздно. Ну, по идее, ну, то есть как бы вот так, да. Ладно. Ладно. Может быть, ТГВ считает, что ему нужно дополнительное время выиграть любой ценой, даже убийство. То есть потери там юнитов, каких-то героев, просто потому что, когда строится экспанд, как-нибудь да он выиграет. Компенсировать все это, но я не уверен на самом деле, потому что Undead в принципе может как бы и с одной базы, раскачав героев, построить, так сказать, one supply army и все разваливать. Ему этого хватит, не говоря уже о каком-то там экспанде. Его зажали теперь еще и гулей. Но отпустили. То есть это не целенаправленный был блок. Ну и Лабер понимает, что скорее всего там ставится экспан. Но на самом деле неплохая игра от Лабера. Не вижу, как ТГВ здесь выигрывает. Экспант ему убивает, андед урон он не нанес. Экспант теряется. Ну и все, да. Фортификация не сделана почему-то. Может быть, забыл. Давайте послушаем, скажет что-нибудь. Только, пожалуйста, без мата и оскорблений. Ну, мат вроде нет, но оскорблений могут быть. Фортификация доделается. То, что андед идет дефать базу. Ну, это такое, он потеряет одну бойню. Странно, что он не поставил ее внутри базы. Может, торопился в этот момент, что-то делал. Третий лич, это очень плохо. Конечно, там 2-1 героя.
В лоб не, шпек. В лоб как ты убьешь? У тебя ФСТЦ 2-1 против трех геройских андедов. Там лич третий с арбой. Ну, даже на тот момент, например, второй. То есть райдеры это не боевой юнит. Райдеры это саппорт юнит. Юнит там, ну... Бейстрейды, хотя бейстрейд это... Как бы в бейстрейде он там тоже, считай, саппорт роль играет, да? Но... Хоть и наносит много урона. Тем не менее. То есть в лоб драться он не может. Нет, нет, не может. Тир 3... Тир 3 тут по факту только для шкатулки он делает. Тык в мейн. Там восстановилась бойня. А, там один лич ТП делает. На персональной арбе. Неплохо. Поздно почему-то акалитов подводят. Сейчас их можно в сетку. Ну вот, как я говорил. Типа саппорт роль в сетку. Оп, и все. Они не чинят. Бесячие новые. Лаберу бы надо было построить еще один некрополь уже давно. Видно, у него опыта, не знаю, в бейстрейдах не очень много. Тем не менее. Минус дофига райдеров. 28 лимита. Ну, мейн убил, но все равно, как побеждать-то, нужно... То есть, убийство мейна само по себе ничего не дает, потому что... А это значит, что если бы у ТГВ был, например, еще пяток райдеров, он мог бы там добить оставшееся здание, если бы Undead, например, куда-то отошел. Но здесь, я говорю, во-первых, это можно законтрить еще покупкой персональных телепортаторов, да? Там, ДКЕ, например, еще каким-то героем, потому что добыча-то не остановлена. Вот. Во-вторых... Ну, райдеров нет. Там нет, кстати, спидскролла и телепорта уже нет, поэтому это минус форсир должен быть, по идее. Нет, хорошая сетка, кстати, от ТГВ. Мог быть минус форсир. Он лечится. Торрент там под аурой пытается блочить, удается. Ну, хорошо, хорошо отыграл момент ТГВ здесь. Но видите, сплитит армию Undead. Грамотно делают. Раньше так не делали. Видите, сейчас даже средненькие уды, хотя лабер, ну, хорошо играет. Ну, откровенно, да, по меркам там Европы средненькие. Все равно ничего обидного не хочу сказать. Ну, вот так вот. Даже он умеет это уже, понимает. И вот так вот возвращается на пауке. Лич. И одного лича здесь, наверное, уже даже будет достаточно. Печку под фрост-армором тяжело убить. Умирает райдер. Лич становится 4 левел. Форсир дышит на ладан. Убегает, убегает. Нет, ТГВ такие игры вытаскивал. Ты зря так. ТГВ вытаскивал такие игры. Но в этой ситуации ему действительно будет тяжело. Еще осложняется буз в этой версии для ТГВ тем, что некрополь-то быстрее стал строиться. Раньше его остановить, чтобы нужно было больше времени. Теперь-то как бы... косвенный нерв ТГВ. Ну, GG, нифига. Ну, в смысле, надо определиться, играть одной расой. Не хочу. Ну, не, видите, я на ТГВ что-то за... рано погнал, он даже ничего не сказал. GG, и все, не стал как бы... прятать здание по карте. Молодец, красава, респект. Так, нейтрон. Бизар арк. Хэппи с лабером. Ну, с ТГВ бы я посмотрел. Как он, если бы не выиграл, то нервы хотя бы подпалил бы Хэппи. С лабером я вот честно не вижу, какой расклад. Не знаю. Все-таки слишком большая разница в уровне.
Текс. Нейтрон выиграл зампу и будет играть с победителем пары Bizarre Arc. Нейтрон-то на стиле. Так, ну, мне бы интересно было посмотреть еще две игры на этом турнире. Это Нейтрон, победитель пары Bizarre Arc и победитель с Хэппи. А Кэш почему не играл сегодня? Кстати, Кэш, да, смотрелся бы сильно. Честно, турнир как интригу потерял, когда Хавка Фоги отлетели. Ну да, есть такое немного. Пенгу стал смотреть. Да, да, немного смотрю Пенгу. Да, Нейтрон B1 может выиграть. Нейтрон нестабильно играет, набирает форму. Может выстрелить, тем более выиграл уже Хэппи. Тут жаркие споры, пацаны. Сорян. Так. Гейм 6. Ну, Happy Lapper. Не знаю. Нейтрон, вот Bizarre Arc или вот это будет прикольно.
Трон. Да, согласен, Джеки. Ну, нейтрон может выстрелить. Bizarre умом вообще там играет. Смотрим. Не, серчер, там Хэппи мог проиграть Шейку. Там игра была. У Шейка было, наверное, плюс 50 лимита и плюс одна база. Но у него не хватило. Ну, не знаю, то ли опыта, то ли знаний, то ли еще чего-то. И закончить игру. Он побоялся закончить игру. И сыгра отыграл очень пассивно. Хэппи 2 сделал мува стандартных, но неплохих. Выиграл время. И в итоге собрал с одной побочной базы таки себе вменяемый лимит, раскачал героев и просто как бы раскайтил все. Тяжело на новой графе разобрать, что происходит, пацаны, но вроде бы хума очень много. Не, я так не думаю. Лич, откуда у тебя инфа такая? Ты хитерок нейтрона? Посмотри, нейтрон не так давно у Хэппи-то отжал карту. В БЛ1 он точно может выиграть Хэппи. Пятая панда. Ну тут все ГГ. Быстрая игра получилась. Так. Сейчас, пацаны, серьезно, секунду. Близ против мелка.
Фига там. Мелкач. Так, ладно, Бизар Нейтрон у нас будет. Не уверен, Джеки, там вот игру, которую я видел, Нейтрона Хэппи, Нейтрон прям выиграл очень уверенно. И там дело вообще не в дропе было. Очень уверенно. Нет. Нет, я, ну, что значит кондиция не та? Я, например, не считаю, что в BO1 у Нейтрона существенно меньше шансов, чем у Фоги. Против Хэппи. Я так вообще не считаю. Серчер, ну ты в клуб тип Селича вступил. Откуда я знаю? Ну ты мне такие вопросы задаешь. Там меня не касаются эти вопросы. Ну серьезно, Серчер. Это реально что-то вот, ну, вообще. Мелкач красава, да. Undead Imba. Да, Undead Imba. Нах, мы сильнее. Клуб хитерков и глупых вопросов. Он не хум, Джеки, он эльф. Мелкач это эльф. Он реально выиграл. Фоги, вот мы сейчас Фоги до сих пор обсуждаем эту игру. Фоги меня хейтерит. Вообще по полной. Дизреспектит вообще как может. Он реально выиграл. Он просто сыграл в потму, масхантов и напал на 40 лимита. Не понял тебя, тип Селич. Что значит киберспортивное поведение? Фоги меня хитерит, ё-моё. Ждем игру, Нейтрон. Да, напишу. Нейтполк я написал. Нейтрон, так пишешь. Да, мелкач, красава. Не-не. Фоги играл в Демона Хантера стандартного. Да, мне кажется, Фоги это. Я еще раз посмотрю эту игру. Он сказал, что обидел меня, короче, Фоги. У меня в записи можно глянуть, Джеки. Можем еще раз посмотреть этот момент. Сейчас, подожди. Еще раз.
Преттистракт. Еще раз посмотрим игру. Воги против мелкача. Он говорит, у него не было ресурсов. Воги плохой самоанализ. Не, ну в чем-то он прав, то есть. Он сказал, что ката он не успевал. Против такого пуша ката он точно не успевал. И Hunter's Hall не поставить ранний при четырех колодцах. Ну, посмотрим сейчас. Еще раз. Не. Не, я просто не верю, что можно проиграть игроку, который хуже тебя играет. Ну, типа, из-за двух арчей. Ну, это не серьезно. Но я говорю, особенно после игры, которую я видел сегодня, где Хэппи там шейка выиграл с минус 50 лимита или около того. Ну, типа, блин, я не знаю. Это, наверное, пока лучшая игра турнира. Если не видел Джеки, советую посмотреть. Хэппи против Шейка. В начальном раунде там просто жесть была игра. Не, Фоги меня захейтил, все. Как бы я даже не знаю. Так, сколько у нее тир? Сейчас, сейчас, сейчас. Нажми тир. Блин, я не увидел. А, окей. Сейчас откатим. Может, у нее не было ресурсов. Заказал еще арчу, да? Подожди, а если у него она в заказе, то это не в счет. Да, у него в заказе. Подождите, в заказе. Смотрите, вот здесь вот он мог заказать Hunter's Hall. Но тогда у него арча. 100. Мог ли он чуть-чуть подождать? Вот здесь вот. Что думаешь насчет... А что такого? Ничего. Ну, то есть, я к Вандербрауну нормально отношусь. В чем вопрос? Типа, себе что-то опять. Потом ты будешь обижаться, что я говорю про куб. То есть, это... Ну, с какой целью вопрос? Я к нему нормально отношусь. То есть, я не вижу вообще поводов его хейтить. Вообще. Ну, то есть, ноль. Реально. Типа, то, что он не разбирается в игре, ну, типа, есть люди с большим опытом, который не разбирается в игре. Для своего уровня он разбирается в игре нормально. Вот. А комментирует он, ну, как бы, неплохо. Просто он, как бы, иногда заостряет внимание на вещах, которых, ну, типа... Он еще не осведомлен, но, как бы, это нормально. Ну, о грехе. Так что... А, сейчас комментировать совместно? А, не, если ты серьезно спрашиваешь, то я говорю, я ничего с ним против не имею. Ну, то есть, я к нему нормально отношусь. Я типа не фанат его там видео, но я иногда смотрю его стримы, потому что он хорошо комментирует. Но как бы, то есть для себя подчеркнуть там с точки зрения аналитики, я мало что могу, но с точки зрения комментирования, да. То есть у него там меньше слов паразитов, чем у меня, но вот таких вот вещей. Здесь как комментатор он более, так сказать, продвинутый, чем я. Вот как анализ, как аналитик нет, но как бы он и в игре не столько лет, так что... Не, просто от тебя серьезных вопросов я не жду, если честно. Поэтому у тебя уже такая репутация, образ, сорян. Она идет впереди. Впереди тебя. Тут уже, это уже твоя проблема, не моя. Но если ты серьезно спрашиваешь, то я как бы я не против. Я просто не знаю, что ты имеешь в виду.
Нет, там игра была просто мега крутая. Не, не только у меня на стриме, поверь. Не только у меня на стриме. Чё, привет, пачек. Блин, я не успел в игру. Блин, фоги, а! Ладно, Вульферина перестримим потом, пацаны. Ой. Ладно, выключаем нафиг этот варик. Так. Отлично. А, это мелкач. Чё? Так, ну. А, тогда фоги смотрим опять. Так, давайте откатимся. Ну вот. Ну смотри, вот Джеки, смотри, я здесь за бестмастера, вот смотри. Я здесь за бестмастера. Фоги говорит, что алхимик как бы отбивается изи. Эльф олынит, 40 лимита пуш. Третья подмах, ханты 40 лимита застройка. Смотри. Я считаю, что он успел бы одну построить кату до... Но он поздно построил Hunter's Hall. Но, возможно, я здесь не прав, потому что... Ну, типа, он говорит, что 4 колодца, и ты не успеваешь заказать Hunter's Hall на 50%, да, грубо говоря. Вот. Мы не берем продажу шара как ошибку. Да, это можно было бы сделать, но мы не берем это как... Типа, существенный момент, хотя здесь он бы повлиял, но, типа, мы не можем, да, против игрока, типа, случайного, да, типа, оптимизировать все действия. Мы играем так, как будто бы что-то... Не, панда, это точно здесь бред. Тут и вопрос, либо алхимик, либо бисмастер. Вот. Фоги делает грейд на Nature's Blessing. Вот, непонятно, мне непонятно, зачем этот грейд. Он отменит его сейчас, да? То есть вот так вот где-то бегал, став телепортацию, он теряет одну арчу. Я тоже считаю, что это не играет большой роли, типа одну арчу потерял. Ну, как бы ты не можешь из-за этого проиграть. Ну смотри, принципиально, я считаю, что здесь нужно было ставить, окей, там, можем с катой, да, здесь, ну, как бы сказать, разветвление, надо, не надо, согласен, не согласен, но с магазином точно, ну, как бы это косяк. Магазин нужно было ставить раньше, тем более лейаут базы позволял. Не знаю, мне вообще алхимик не нравится, типа, ну вот вообще. То есть ты на него вешаешь ЛС, но ЛС здесь надо вешать не на алхимика, а на ДХ, потому что алхимика не самый низкий показатель брони в этой игре.
И он вообще не танкует ничего. Протектор на базе могут помочь, но это, опять же, тут нужно было раньше ставить Hunter's Call. Фоги говорит, что он не мог ставить раньше Hunter's Call, потому что, типа, он 4 колодца, 6 арчей делал. Но там был момент, когда у него были в заказе арчи, то есть он мог поставить Hunter's Call и чуть позже сделать четвертую арчу. Но, типа, я не думаю, что это так влияет. Но он решил, что против раннего пуша он отбивается на арчах. Окей, вопросов нет. На арчах, но магазин все равно нужен был. И второй барак можно было... посадить и делать продакшн. То есть у тебя 400 золота, ты решил топать вторым бараком на базу. Окей, не предполагалось, что ты отдаешь второй барак. Точнее, первый барак на базе, который тебя танкует. Но окей, случилось, ты его отдал. Почему не посадить первый барак, точнее, второй, который топает, и не начать им производить там арчей? Вот, как бы. Но самое главное здесь не хватило этих. Тут ДПС жесткий. Не хватило ни магазина, мне кажется. Магазин принципиально. Поздно начинает производить. Ну, протектор не бахается, потому что нету раннего этого. Hunter's Hall. Hunter's Hall нет, потому что, типа, 4 колодца, 6 арчей. Нет, там не в... алхимик берется не для спрея. Там алхимик берется для... Там алхимик берется для... Нет, спасибо, Нео. Привет ему. Ну, реально, всегда ко мне навстречу идет. Вот Рема никогда не здоровается со мной. Нео всегда отвечает, всегда не против. Ну, потому что у меня уже есть трек на YouTube за тачанку. Я не хочу получить еще проблемы. А у Бактер Warcraft все-таки крупный канал и как бы... Ванёрк, сочувствую, привет, у тебя как дела, как в школе, как там с девушками, татуху, бабочку на пояснице сделал, это слишком много уже вопросов. Сочувствую, что клан расформировали, ты расстроен, нет? Тату еще нет, понял. Каскад, ты же в каскаде был. Его же расформировали вроде, дисбанд. Ты не читаешь новости? Томакс, ну вот как бы Фоги говорит, ну алхимик не критично там плохой выбор, то есть это не то, что он там взял, я не знаю, Dark Ranger, Dark Ranger, куда, например. Но, блин, типа, пуш слишком ранний, мне кажется, просто кабаны слишком жесткие. На них ЛС можно повесить и все такое. Просто арчи здесь, видите, они не выдерживают от третьей потмы урона.
you local mojo for the 3 months, please, huh? Yes, I'm gonna be at peak. Нейтрон решает здесь играть в Маст-Т1, Экспанд, да, против Экспанда-Уда. Бизар играет за рандом, видимо, поэтому он выпал ут. Не, Джеки, у меня такая логика. Я просто не считаю, что ты можешь проиграть человеку, который играет хуже тебя, на, причем на порядок, из-за потери двух арчей. Ну, то есть, даже барака. То есть, арчери, арчи, барак. У тебя есть второй, сажаешь его, продюсишь. Но принципиально, я считаю, что там не хватило прям магазина. Вот магазин и продакшн со второго барака. Я думаю, так. Да, да, биста, конечно, биста. Я считаю, что бист, ну, типа, круче. Во-первых, он вытанковывает больше. Во-вторых, там три кабана. Вроде распался, нет? Там дисбанд. Я на Горл Харборе прочитал, алло. Плиз все-таки справился с мелкачом. Ну, Бизар, конечно, неплохой рандом, но недостаточно, чтобы победить мейн расу Нептуна. Репортнул в стрим за Динфу. ГГ. Так, семифайнал против Хэппи. Но мы в эту игру-то уже запрыгнем. И может быть это будет последний гранд сегодня. Игру запустить. Варик, то бишь. Не знаю, короче. Поговорим с Фоги завтра, когда он остынет. Не, я тоже, наверное, где-то не прав в плане, типа... Там можно отбиться на арчах, не обязательно строить, конечно, кату, но, блин, типа, алхимик, не знаю... Просто никто не даст арчам твоим стоять и атаковать. Ну, не знаю. Их надо так идеально вокруг этих расположить. Но тогда ты ими не пофокусишь. Вокруг колодцев. Не уверен. Сейчас, Ванерка, я скину тебе ник. Ой, новость, КЛ. Ничего не распалось. Ты в Варкрафта будешь камбэкаться, нет? Скажи мне. Не будешь? Серьезно? А чё не будешь? Да. Game sound. Успели. Спасибо, что подождали.
Ой, какие мы, конечно, тяжелые. Так Reforged провальный, но... То есть, если ты... Так ты ожидал хайпа какого-то или что, призовых как в Доте, значит, ты не любишь как бы игру достаточно сильно. Если ты ожидал, ну, какого-то подъема, и это для тебя достаточно провала, такого, чтобы не играть в игру, ну, типа, значит, ты хотел все, что угодно, но не играть в Warcraft. Я не осуждаю, но, типа, это не true love, не true love. А так Reforged провальный, да. Никто не спорит. Так, Хэппи против Нейтрона. Я думаю, здесь будет Кипер. Я думаю, Нейтрон попытается сыграть в стратегию, которую он когда-то играл. Ну, как, который победил когда-то. Это, правда, ЦАЖ, по-моему, было. Масс-воздух, типа того. Посмотрим. Удивлюсь, если это будет Демон Хантер. Тем не менее. Тем не менее. Посмотрим, как будет реализована страта с драконосами. Самая слабая раса против Imbed, Go Next. Triple G. То есть думаешь, Хуман сильнее против Undead, чем Эльф? Сейчас, я... Джейл, сейчас, Джейл. All posts. А, все, Daily News. Daily News. Сейчас, секунду. Подожди, Ванёрк. Каскейд. Сейчас, вот, пожалуйста. Вот. Сейчас зайду. Скину. Даже новости не читаешь по варику. Ты даешь. Сейчас, подожди. Ванёрк, все ради тебя. Там вот, прокрути вниз, увидишь. Да, это Кипер, Fast Expand, супер. Уже старая, наверное, страта. Ну, не супер, но вот, как вы понимаете, да, про что. Так, Хэппи бежит на ранний Харас. Здесь тир. Да, пытается отогнать. Ну, двумя инками тяжело будет докрепить. Есть перчи. Ну, короче, атакующий пред... Ой-ой-ой, какой койл плохой. Хэппи хотел получить второй левел. Или приблизиться к нему, но пенек вовремя исчезнул. На атакующие предметы, конечно, Нейтрону повезло. Барак надо сажать, продюсить арчей дальше. Вот, иначе у него просто некого будет сажать. Так, Скойла добил крипа, но потерял жизни много достаточно. Купил персоналку Нейтрон. Пытается подрезать. Ну, что он здесь? Корни кинет? Ну, нет. Нет же. Ну, разбирает точку Хэппи. Это хорошо. Хэппи делает грейт на нерубку от Хараса. Че, будет тратить койл Хэппи? Наверное, придется. Что ему? Куда ему солить эти кайлы? Ой, типа повезло как.
Точнее, не рассчитал, я бы сказал. Не, ну пеньков-то зачем? Ну, нейтрон не доконтролил, сейчас микро-момент такой. Вот. Всеми послал. Арчами докрепливает точку. Смотрите, Хэппи все видит. Тут персонально ставиться придется. Арчу спасает, молодец. Персональный став или что? Ну тут висп должен быть для диспела. По-любому висп, 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 висп. Молодец, нейтрон. Момент отыграл. Видите, даже заранее подвел. Тут одно, вот это вот не забыл, что ли, не увидел. Даже не сдвинул его с места. Может, подумал, что так и так успевает. Так, что за паника. Куда, куда, куда? Куда все эти виспы пришли? Так, Хэппи параллельно крепится. Будет третий лоб. Получать неплохой диспел. Увидел это все нейтрон. Сейчас будет с алхимиком харасить. И кипером. Почти третьего левела, кстати, еще один неплохой предмет. Гулей отвел. Пауков копит. С базы пока не выходит. Не, тут не то, что нейтрон ок. У нейтрона и должно быть ок. Он взял героя, который в начале ок. Так что у него и должно быть все нормально. Вот это арчу нельзя терять вообще. Чуть не доконтролил нейтрон. Фишка в том, что у него меньше можно будет посадить потом. Это очень важно. Вот нельзя арчу терять. Неправильно отводить. Надо вниз было отводить. Есть просветка, есть просветка. Надо отводить вниз. Ну-ну-ну-ну. Ой, я не подблочил. Мог подблочить. Может быть, что... Ой! Красиво. Ну! Нифига себе. Ну, там есть колба большая. Плюс 500. Но две арчи терять... не камильфо, не доконтролил вот этот момент нейтрон, зачем он пошел влево, если можно было просто уйти вниз. Пожалуй, такая, ну, весомая ошибка. Просто здесь ему придется застраивать арчей, или у него будет меньше гипонаездников. То есть 6 и 4 это принципиальная разница, потому что это будет основной урон до момента накопления критмассы дракончиков. Хочется третьего кипера получить, тем более, пока он так близко. Я не думаю, что нейтрон здесь что-то может сделать, на самом деле. Поэтому я бы просто крипил вот эту точку. Мне кажется, он сейчас больше потеряет, тем более там арба появилась. Я бы не стал... Да, новую развел. Я бы не стал здесь коммититься в эту атаку. Сейчас можно героя залить. Ничего здесь нейтрон не делает. Хэппи даже дополнительно взял... Гулей. Ну вот, уже большая ошибка, минус алхимик. Можно было легко забрать вот эту точку. Мана на новую нет. Ну, личи с руки наваливает неплохо. И тут уже ДК отрегенился. Ну нет, ошибка. Ну вот она. Первая весомая ошибка, которая может переломить исход, потому что у Хэппи... Появляется инициатива, он получил доку третьего, второго лича, может сейчас осуществить подпуш с третьим героем. Гипонаездников нет, в большом количестве, 4 только будет. Экспан только начал добывать, барак хорошо перевел нейтрон, видите, вынужден подстраивать арчей. Будет очень неприятная атака. Хэппи даже не надо здесь убивать эльфа, он может просто... Ну, начать оказывать прессинг, вот как в игре с кумом. Опять арчу не доконтролил. Минус арча. То есть, ну, 3 гипоса это такое себе. Ну да, типа ГГ. Потому что, ну, как бы, а что ты делаешь? 3 гипогрифа против 3 пауков. Ну, сорян.
Game 8. Окей, это финал уже, да, у нас? Против Близа. Азара Квинн, ты, наверное, не сначала смотрел, я сказал, почему так армию мало у Нейтрона. Может, Близ что-нибудь придумает. Посмотрим. Так, это финал, пацаны. Дрихуля? Это Плиз? Что? А, нет. Ну, Плиз. Привет, Миш, да. Что? Хосткик Дрихуля. Окей. Да, мы с тобой два олдскула. Что тут? Все так играли. Этим янганам не понять. Да. Привет. Хорошего финала нам. И смотрим. Хэппи против Плиза. На самом деле... Не совсем ожидаемый финал. Вот, но нижняя часть сетки получилась, конечно, на порядок слабее и, наверное, более неожиданный, так сказать, по своим исходам. 0 интриги, но не знаю, я бы не стал списывать Плиза со счетов. Знаешь, есть люди, которых загоняют в угол, вот они, этот, кто-то зажимается, кто-то дает бой. Вот Плизу здесь нечего терять. Если он проиграет, то как бы... С него не убудет, никто ему ничего не скажет. Потому что, ну, хэппи все проигрывают, да. А поэтому иногда, тем более в BO1, да, ты просто играешь, когда без ожиданий, без каких-то там... без напряжения, без стресса ты можешь победить, поэтому. Страта такая же, похоже, но барак ставится наверху. Привет, Руставели. Да, Плиз вышел в финал. Что ему терять? Ну, то есть... Хэппи, окей. Спасибо тебе за эфир. Привет, спасибо тебе, Никеич, за добрые слова. Так. Хэппи один в один был лор, как у Нейтрона. Респы те же. Может быть, Плиз видел предыдущую игру, не знаю. Решил попробовать что-то иное. Посмотрим. Ты видел матч Happy Shake? Я видел с момента, когда у Happy было 36 лимита. Да, это был, ну, типа, вообще что-то с чем-то. Но я не понял, почему Shake не стал его добивать. Может быть, нервы, может, еще что. Кто у тебя географию изучает? Это я изучаю. Это не совсем, как бы, та карта, которую ты думаешь. Это карта с серф-спотами и по всему миру. С их сложностью, ну и какими-то особенностями. Типа там волна там для лонгбордеров, там волна для там всех уровней, вот такая вот. То есть это не совсем обычная карта географическая. Так что
не гнушается кидать. Церидвин, Keeper of the Grove, Entangle в раба. Ну, на самом деле, правильно, я считаю. Мои молотки кидает. Слишком много этот раб приносит инфы, бесит. Пожирает Мурлок труп. Прикольно вышло. Вот. С одной стороны, он не атаковал, с другой стороны, Плизу больше времени потребовалось его убить. А, ну, все относительно, что значит получается. Ну, типа... Где-то 3 года уже, наверное. Третий год. Ну, относительно получается. Там, не знаю. Три-четыре фута, наверное, волны могу брать. Но как бы не больше. Думаешь, переживает? Не знаю. Я бы на его месте не переживал. Ну, в отличие от нейтрона уже, да, он харасит. То есть хэппи этот момент упустил. Тут минус один акалит будет. Это очень хорошее начало. Может быть, минус второй. Ну, тут уже вернулся. Ага. ДК. Надо менять фокус, надо менять фокус. Хороший мув от хэппи. Да, очень хороший мув. Он, короче, освободил слот. И, как бы, видели, да, как бы забузил механику голдмины. Вышло прикольно. В итоге он сохранил раба. Но все равно, я считаю, что это стоило того. Один раб, вернулся ДК. То есть хэппи потеряет, ну, больше, чем телепорт. Золото, я думаю. Хотя посмотрим. Ну и у Плиза как бы остаются более легкие точки для крипинга на собственной базе. Экспанд. 5 арчей. Так, смотрим. 10790, 250, плюс 1 раб, 315. Ну, типа, плюс-минус то же самое. 315, 350 золота. Экспа, ну, плюс-минус то же самое. Видите, не угадал я. Но там сдержал тир. Не знаю, как это оценить. На... по золоту. Не, конечно, нет, Руставали. Ты че? Какой Киану Ривз? Конечно, не так. Но фильм офигенный. Трипл GG. Да успокойся уже. Все играют, как они хотят. Пока что у Плиза все лучше, чем у Нейтрона, по крайней мере. Будет ли чоук или нет? Смотрите, что-то нестандартное. Одна лорница и один Ancient of Wind. Демон Хантер. Что-то свое делает. Плиз. Экспанд достроился, хэппи чуть пропустил тайминги, он думал, дерево будет сажаться. Между делом Плиз забирает центр. Это очень грамотно. Но здесь будет тяжело убить дерево-то. Так-то. Плиз выбивает прикольный предмет. Ну да, дерево здесь будет не убить. Я признаюсь честно, я не знаю, что это будет. Может быть, арчталоны какие-нибудь, дриады. Не знаю, сложно сказать. Ой, можно убить лича. Да, лич должен здесь умирать. Лич за 2 арчи. Плиз блочит, нифига. За 3 арчи. Все равно стоит того. Это чего, блин? О, плиз. Надо было чуть пробежать, потому что там после какого-то количества урона, ну, там не проходит. Но, типа... минус лич был бы. Это очень важно. Не знаю, почему простил. Гиппосы, дриады. Что-то новое, я не знаю.
Да, баф с 1.28, не с 1.29, даже с 1.28. Гиппосы, дриады, чё-то гиппонаездники, дриады. Чё-то, я не знаю, что это, пацаны. Гиппонаездники, дриады, серьезно, я не видел такого ни разу. Может, какая-то адаптация от Плиза? Сложно сказать. Кто-нибудь видел эту страту вообще? В итоге, получается, ты потерял заряд один, не убил лича. Подаван. А там есть, я не помню, какое-то количество хп, меньше которого там, ну, урон не убивает, идет. Вот. Но там, я не помню, то ли какой порог, то ли 20, 30, там пусть эльфы подскажут. Там какой-то есть урон, но там меньше которого. Или количество маны. Ну, то есть, какая-то такая механика. Поэтому... Ну, там можно было... 20, ну, вот правильно говорят. То есть, там можно было бы пробежать, у лича отрегенилось бы хп 20, и ты бы его убил. Вот. Там было 17, но ты пробежишь, блин, 2 секунды вперед и убьешь. Я не знаю, почему Плиз не до конца добежал. То есть... И Хэппи идет пушить. Плиза 47 лимита. Купил две колбы. Одну оставил Киперасту. Ну, не знаю. Лич первый. Против Нейтрона был второй. Ну, моноберн будет. Моноберн! Сейчас будет ново. О боже, Плиз. Не доконтроливает, Плиз. Ну, хотя прикольно сделал это. Виспом диспел. Держит на дистанции все время деку, чтобы не получить моноберна. Лича моноберна для урона уже. Ну, здесь надо юнитов бить. Юнитов. Не надо бегать за героем. Молодец, Плиз минус паук. 35 лимита у Хэппи, кстати. Выглядит все для Плиза пока неплохо, но это только начальная атака. 45-36, 9 лимита разница. Будет ли минус ДР-ка? Да, минус ДР-ка, неплохо. Но можно дыху потерять. Хороший став. Ну, это такой себе бой, конечно. Минус. Паук, но это последний заряд. Кипер на ладан дышит, но нет маны на нову. А Койл бы не убивал. Ну, для Плиза выглядит пока не так все плохо, но тут как бы не в этом суть. Где армия Хэппи? А это стандартный пуш, и он потом на дотеканиях убивает. Хэппи не... У него нет цели убить в эту атаку, просто в игре с Нейтроном получилось так, что он игру закончил, но вообще нет цели убить в эту атаку. Ты просто размениваешься, и на дотеканиях у тебя копится крит-масса пауков, и ты потом разваливаешь эльфа. Вот. То есть ты не даешь ему реализовать золото и скопить крит-массу, разменивая пауков кост-эффективно, и все. Второй магазин строит Плиз. Ну, что-то вообще творчески играет. Да, размен для по XP получается в плюс для уда. Он качает героев, и потом там... Условным лимитом 50 может развалить твои там 65. Там лимитом 60 твои 70 с чем-то, например. Главное скопить крит-массу пауков и прокачать героев до, ну, до вменяемого левела. Вот сейчас, например, Плиз теряет время зря. Это первая, ну, самая большая его ошибка, наверное, помимо того, что он лича не убил. То есть Хэппи за этот момент забрал две точки, да? Плиз забрал еле одну вот сейчас. Ночь всегда плюсов. Он теряет дриаду на крипинге. Этого делать нельзя. Особенно против такого игрока, как Хэппи. Пытается демона до третьего прокачать, отведя кипера. Но хороший предмет. Свиток. Здесь придется делать телепорт. Но он не успеет сделать ТП. Это минус экспанд. Слишком медленно среагировал. Плиз. Даже имея телепорт, он не спасает экспанд. И в итоге... Плиза еще и меньше по лимиту получилось. Триада пытается зацепить Абома. Но они сделают это, если и сделают, то только тогда, когда уже он соединится с основной армией.
Ну и все, получается одна в одну базу у эльфа Т2 против Т3 андеда. У андеда начинают скопиться кост-эффективные юниты, а бомбы, там, пауки, и эльф не может сделать переход во что-то адекватное, потому что тогда как бы он упустит темп игры, любую стычку проиграет, контролировать карту не сможет, значит, хэппи достанутся более жирные крипы, это реализуется в более прокачанных героях, и, соответственно, все понятно. К тому же, с течением времени в этом матчапе кипер сильнее особо не становится, да и демон хантер как второй герой тоже, если честно. Поэтому тут на самом деле Плис чуть-чуть как бы проиграл в скорости, если честно. Вот здесь вот была очень медленная ротация. Хэппи забрал две точки, забрал экспант и все. Плис не знал, хочет он драться или нет, готов он или нет. На Т2, да, может подстроить на гигантов. Проблема в том, что гиганты на Т2 они не такие сильные, потому что нельзя сделать два основных грейда. Плис принимает драку. 4-3. Хэппи 56 лимита. Дриада не наносит здесь урона. И в принципе убить что-то очень тяжело. Демон без арбы также особо опасности не представляет. Первый паук умирает. Лич получает третий уровень. Умирает второй паук. Может быть, третий умрет. Закопки. Нет, да. Окей. 50 лимита у Хэппи. Все равно разменялся в плюс. Гигант как будто бы из папье-маше. Без своих грейдов. 4-3. Здесь 4-3-3. Тут как бы, конечно, плюс... Может сделать ТП, но уже... ТП такое себе. Неплохое начало, но этого мало. В этот момент ставится экспант, но экспант ставится под истекающим вот-вот вардом. Ну и в принципе, как бы... Вынужден еще инвул потратить. Хороший предмет, но не для этих героев, потому что киперу от этой маны нет толку в данной ситуации. Демону Хантеру тоже. Nice man, good job. Так. Не, Плис молодец, конечно. Я бы на самом деле хотел посмотреть, как он сыграл с мелкачом. Что делал мелкач, что чем ответил Плис. Не, а Дриад здесь, что ты, как ты размекришь здесь Дриад? Как их размекришь против пауков по дару? Никак, это, ну, мясо. Так means it's like depends on the context. It's like well, mostly it's the same as well. Well, blah blah blah. But Russian language is way more complicated than English, in my opinion. So. Depending on the context, some words may mean different things. Yeah, it's well. Yeah. Mostly it is, yeah. Короче, 32 лимита остался Плиза. ГГВП. Ну, на самом деле, Плиз молодец. Тут ничего не скажешь. Хорошо сыграл, но... Хэппи есть хэппи, поздравляем его с победой. Ну, для него самой сложной игрой на этом турнире. Я, конечно, не знаю, какие были остальные, но большинство мы видели. И рискну предположить, что была игра против Шейка. После такого камбэка, я думаю, ну, он просто не мог не выиграть турнир. Поэтому...
Да, Triple GG, я писал об этом Близам, пост на форуме, но они никак на это не отреагировали. Я писал пост, когда 28 анонсировали баф вот этой скорости передвижения, я говорил, что это не то же самое, что... То есть баф Наги, например, для разных героев, для разных матчапов означает разные вещи. Потому что, к примеру, если Undead берет Нагу, то у него Нага будет иметь преимущество перед Нагой оппонента. Потому что у него Нага будет, скорее всего, с аурой деки уже по дефолту. Ванёрк, что ты там троллишь меня, а? Смотрите, я просто хочу вот для Фоги, да, показать еще раз. Это игра мелкача с Плизом, мы не будем всю игру смотреть. Надеюсь, Ульвери нас не зарепортит, мы его посмотрим. Смотрите, тоже та же самая страта, та же самая. Вот. Ну, карта, естественно, та же самая. Отличие Плиза, он играет с первого кипера. Но я здесь думаю, это не принципиально. Первый кипер Демон Хантер там... Там и, то, и там. Спокойной ночи. Ванёрк, который сейчас пойду. Вот. И вот, смотрите. На 40 лимита выдвигается мелкач в атаку. Так же, как и против Фоги. Да? Ну, чуть временем выиграют корнями, но такое себе. То есть это была подстройка Плиза. Но принципиально, какое отличие он сделал в отличие от Фоги. Тоже массарчи, но та же 4, те же 4 колодца, но магазин есть. Магазин. Тоже теряет арчей. Тоже потерял 2 арчей, как и Фоги. Кто такой мелкач, я не знаю. Зарк. Тот, кто выиграл Фоги. Ну, не, все-таки кипер... Мелкач здесь не диспелил вообще ничего своим. Ну, виспов не взял достаточно. Он ничего не диспелил, по факту. Все-таки кипер здесь сыграл большую роль. То есть, я думаю, магазин здесь больше эффект окажет, но... Ну, сейчас он помог, конечно, магазин. А алхимику помог. Ну, с демоном такое чувство, что прям магазин must have. С кипером... Третий левел, ну, он там много хантов просто убил за счет корней. Все, мелкач почему-то не диспелил. Вот. Ну, тут уже арчей много. I don't know, man. He is new, but this guy beat Foggy today, and we are still figuring out the ways to counter this strategy. I mean, like... Seems like we already got the answer, but
we are kind of arguing about it, because I don't like the way Please counters that, because I mean, like, he already saw the game between him and Foggy, and maybe between him and Limay, and it's like he's making a perfect adjustment, and that should never be considered as a valid counter, since for example, sometimes you cannot prepare for the particular opponent and you need to play with fundamentals only, and by default you're not playing Koji against another Night Elf, so ну да, и здесь уже дальше не выиграете, скорее всего. Кипер зарешал, вердикт оправдан. Ну да. Best of one. This is the best of one tournament. Ну да, я все равно склоняюсь, что с демоном Хантером нужно строить магаз. По-любому, потому что он танкует все. И бист был бы лучше. Но, типа, может быть, если бы ты занял идеальную позицию, расставил арчей под все колодцы, наложил бы ЛС алхимиком на демона Хантера, то ты бы тоже выиграл, но не знаю. Как-то это все слишком сложно. Так, не до... так сложно не должно быть. Не должно быть. Ванёрк. Пусть тебе бабочка на животе твоя приснится. Ну ладно, дальше здесь все понятно уже, хотя и тяжело Плизу все равно. Ладно, парни, спасибо всем за просмотр, кто был сегодня вечером с нами. Желаю всем удачи, приятных снов, выложу игру на YouTube. Поздравляю Хэппи с победой, Фоги пусть делает выводы, не горит. И все будет у него впереди, Ванёрк, давай тащи там, чем бы ты не выбрал заниматься. Good luck, guys. Good night, Daily. Все, пока.